Хотите отменить подписку на Microsoft 365 персонально или для семьи? Мы поможем это сделать. Войдите в учетную запись workaround.microsoft.com. Выберите «Службы и подписки». Найдите подписку, которую нужно отменить, и выберите «Управление». Обратите внимание, если вы приобрели Microsoft 365 у стороннего поставщика, в разделе «Управление» вы найдете сведения о том, как связаться с поставщиком для управления своей подпиской. Выберите «Отменить подписку». Или, в случае если у вас учетная запись Microsoft 365 персональной, выберите «Сменить» или «Отменить подписку». Узнайте, какие преимущества перестанут быть доступны после прекращения подписки. Затем выберите «Отключить автоматическое продление» или «Отменить подписку». Напоминаем, что при отмене семейной подписки она становится недоступной для всех пользователей, которые ей раньше пользовались. Если вы приобрели подписку в течение последних 30 дней, вы можете получить возврат денежных средств. Выберите «Отменить сейчас» и получить возврат, а затем «Отменить подписку». Или вы можете выбрать «Сохранить подписку до даты прекращения действия», после чего оплата больше не будет списываться. Нужна дополнительная помощь? Перейдите по ссылке support.microsoft.com/accounts-and-billing.